Персональная выставка Николая Жукова «Память сильнее времени», которая открылась в Одинцовском историко-краеведческом музее, посвящена сразу двум праздничным датам – 76-й годовщине победы в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества. Человек воевал с карандашом в руке. То есть карандаш был всегда в руке. Даже боевой когда карандаш. Он спал, все равно у этого человека был карандаш в руке. Он зарисовывал все, как идет бой, портреты, дома, которые там сожжены, танки, не знаю, все вот эти ходовые моменты войны. На открытие экспозиции в Одинцово приехал заведующий отделом археологии Звенигородского музея Александр Лазукин. Также с приветственным словом к собравшимся обратились научный сотрудник краеведческого музея Инна Тютюнникова и художник Анатолий Попов. Колоритно, содержательно, но то, что вот я сказал, то, что отличает великого, большого художника от просто художника. Начало Великой Отечественной войны живописец, иллюстратор, график Николай Жуков встретил в Белоруссии. В августе 41 года его назначили фронтовым художником 29-й армии. Только за первые 4 месяца пребывания на передовой Николай Николаевич сделал более 100 рисунков. Почему именно Николай Николаевич Жуков? Большая величина в истории русского советского искусства. И Жуков наш художник, который... 23 года прожил на Одинцовской земле, снимая дачу на Николиной горе с семьей. Среди известных военных плакатов Жукова «Отстоим Москву», «Бей насмерть», «Немецкий танк здесь не пройдет». За 40 дней, которые провел художник на заседаниях трибунала в Нюрнберге, он сделал 400 рисунков, на которых изобразил всех подсудимых, защитников, судей и журналистов. Познакомиться с творчеством Николая Жукова можно до 15 марта. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».